Я от всей души поздравляю вас с праздником, с 20-летием. Действительно, я впервые, вы собираетесь уже 20 лет, я впервые приехала сюда. Я очень благодарна организаторам за приглашение, за такой праздник чудесный, за чудесное райское место, в котором мы находимся. И благодарна еще потому, что встреча с юностью для меня это еще и личная формулировка, если так можно сказать. Дело в том, что я была в Алуште последний раз в юности, действительно, достаточно давно, и очень рада вернуться сюда, рада вернуться в это прекрасное место. Спасибо большое. Сейчас мне хочется спеть песню нашего с вами современника, человека, который приезжал на этот фестиваль, насколько я знаю, Андрея Козловского, песня, которая актуальна сейчас, как никогда. Песня называется «Сентябрь». Дождь в окно глядит, не уходя. Вот и еще одно меня покинет лето. Я рамы отворю, а поберег дождя неведомо о чем. Чуть слышно плачет флейта. Я рамы отворю, а поперек дождя. И мой котенок спит на клеточке ковра. Колючих рыб и робких птиц воображая, ему бы молоко на блюдечке с утра. Берег дождь.